И снова всем бонсуары. Прибыла невероятно прекрасная в своем великолепии и единовременно утонченности бритва известнейшей французской мануфактуры Фонтенель 134. Вот такая прекрасная вещица, имеющая в строении, ну, скажем так, на половинной выборке, абсолютно минтовое состояние. Если и точилось когда-то, то вероятнее всего какой-то там буквально один заходик. Гринд родной, никто ничего с ней не делал. Такая вот вещица, светлая оправка, такие классные формы. Вот она и не квадратная, и не круглая, и не ромбиком. Такое все гидродинамичное, обтекаемое, приятное и для глаза, и тактильно. Идеально заточилась. Да, немаловажный момент, чуть не пропустил. Посмотрите, как обушок в районе эрли обработан. Вот такая насечка. Здесь выемка под палец. Очень, очень все продумано и эргономично выполнено. Самый носик. Так. Или по классике. Мягко перерезает. Так, ну еще один. Не хочется и в очках отсвечивать, но чувствую, все идет к тому. Уже ничего не наблюдаю. Так, как того хотелось бы. Вот такая вот красота. Итак, еще раз. Фонтенель 134. Прошу заметить, золотая медаль и модель номер, ну, вроде как 15. Насколько я как бы кривым своим глазом вижу. Вот такая красота. Цена вопроса 50 долларов. Все, дорогие друзья, спасибо за внимание. До скорых встреч в эфире. Пока.